Всем привет, друзья! И сегодняшний понедельник у нас заканчивается Лигой F. И даже если вдруг вы смотрите это во вторник, в среду или в четверг, неважно, это все равно поднимет вам настроение, потому что сейчас первый матч Транслом против Альянс Мира. Смотрим! Давайте мы сегодня вот от начала и до конца каждый вот на друг друга посмотрите, поверните голову влево, вправо, там все где-то вместе играли, где-то хорошие спортшколы прошли. Давайте вы вот от начала и до конца проведете эту игру на максимум. Просто вот зарядитесь этой энергией. Уже хуже, чем сейчас, не может быть. Забейте вообще, просто кайфаните, сыграйте. От и до играем. Альянс вперед. Давайте. Раз, два, три. Альянс! Ноги в касании, здорово. Убежал за спины защитника. Здесь мяч штрафной. Ихиев! Вот вас не было первых две игры, сейчас да. Вы тут. Да. Можете раскритиковать вообще работу исполняющего обязанности? Исполняющий обязанности обычно я, так что раскритиковать не получится. Может, вас двоих убрать? Поменять? Ну, посмотрим, что будет тогда. Янс разгоняет атаку, момент, сразу голевой у Романовича, добивание! Ох, какой момент, и это гол Зиновьева! Вы сегодня на поле. Вас ждать? Конечно. Говорят, заявка плохая у вас. Сегодня? Ну, явка, вернее, явка плохая. Говорит, да. Ну, не, в целом. Я же ухожу, когда 5-0 мы ведем так. А, получается, не вышли. В прошлый раз нет. Сегодня как настрой? Сегодня все будет хорошо. Давай. Вот эти Альянс концов первого тайма проводит в атаке. Еще момент, и какая красота! Хорош, Леха! Леха, умничка, умничка! Вы что там порадовать сегодня? Чуть-чуть подзавелись! А что, вы так не можете, что ли, а? Можем. А что не бьете? Нам не дают. Ужас играли постоянно, когда он выносит. Ужас играли, подбор должен быть наш. Полная хуйня, короче, забейте на это. Это, блядь, уже все, это не лечится. Это, блядь, каждый так. Давайте будем играть по его правилам, давайте будем, блядь, падать при такой хуйне. Тянут Попова, бля, упади, картина и так далее. Падаем, блядь, не надо орать, нахуй, не свистнуть, сука, блядь. Стали побежать. Это реально бесит, когда, блядь, вот этот пиздеж начинается. Все, пацаны, давай, наша игра, давай! Воспользуются Транслом, Точилин, Романович, скидка. Будут брать челлендж, а вот самого Евгения спросить бы. Но здесь берет Транслом, надо смотреть. Да, 11-метровый удар. Защитник бьет левой ногой по левой ноге нападающего, из-за этого он падает. Меня почему-то такое ощущение преследует. Попов, передача, хит! Да! Туда ее, блядь! Давно на бомбе меня забывали. Блять, ну сука, я что говорю? Упадите, блядь! Реф, он подсаживается под него! Нисколько, вообще нельзя кричать. Ф-лига тишины. А вы приехали, чтобы с мужем больше времени провести, наверное, на футболе. Тихо, всем молчать, тихо! Ревнуете к футболу его. Поэтому решили еще вместе с ним поработать, да? Да. Вы зашли дальше всех в этом. Спасибо. А то все на трибунах приезжают, девчонки сидят. И как вам Лига F? Тяжело судиться? Ну, это вообще большая разница с большим футболом. Здесь так все быстро. Ну, понятно, мини-футбол и большой. Отличается скоростью. Вот. Мальчишки не ругают с вами, слушают? Говорит, там все, аут, не сборник, все нормально. 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 Ну, тут, да, я считаю, что нужно давать бороться. Нормально. Классно здесь вообще. Реф! Неужели? Наконец-то! Браво! Браво, товарищ судья! Супер! А, слишком громко, извините. Как колхоз, честно. Желтая будет вот за это, нет? Ну а что это, блядь? Ну просто, ну вот за это что? Прямая нога. Что это? Это то же самое, что вот просто вот так вот сияли, блядь, полтайма. Просто не бей, блядь. Татарчук успевает. И здесь успевает. И подача на дальний. Да! Да, я нахуй! Хорош, браво! Передача, и она доходит! Кириллов спасает свою команду! Еще момент! Гол! Романович! Гол! 4-3! Давай, блядь! Ну это, блядь, ебануться просто! Я просто он вот так хуярит, блядь, и все! И утих, да? Нет! Подожди, матч закончится, мы все пообщаемся! Третий период тишины! Да!
Да. Ну, первая победа Альянса при твоем присутствии на Дуне. Спасибо. Леха, как ты вообще, вот, что ты скажешь об этом поводу? Я его ждал. Эмоций не хватало. У нас командная игра, понимаете? Второй матч сегодняшнего игрового дня. Тандем Эдмос. И, наконец-то, за Эдмос подъехал Прокоп. Ты играть-то будешь сегодня хоть? Буду, конечно. Давно пора побеждать. Что за два поражения? Это была ошибка. Чья? Твоя? Моя. Да. Сказать почему? Я слишком много говорил. Все, давай, иди туда, трави ту команду. Сегодня не Арчи, не Маны. Как справляться будешь? Ну, кто-то же должен на краю света играть, правильно? Да, это правильно. На самом деле мы просили Лигу, чтобы они поставили попозже матч, и ребята реально успевали бы с аэропорта. Вот, но... И приехали бы играть с аэропорта? Да, вон Эрвин идет, и ему как бы приехали, почему нет. У Эдмоса какой-то там суперзвездный состав, мне парни рассказали. Да. У меня мои родные мальчишки. И я хочу, чтобы они получили удовольствие, чтобы мы все здесь получили удовольствие. Вот это для чего мы собрались. То есть мы тебя не заряжаем ничем? Конечно, заряжаем. Заряжаем? Ну, а куда? Ну, снимай так. А то! А что, давай, давай. Нет, ну надо сразу. Давай. С победы начинать. Пускаем, надо. Сразу нельзя. Работаем. Работаем. Номер 93. Овечкин Андрей. Номер 69. Прокопьев Михаил. Сзади, аккуратно. Да. Двигай! Мешай! Ичкин вынужден смещаться чуть назад. Обостряющая не прошла, но есть второй темп у этой атаки. Прокоп уже в штрафной. Мягкий наброс. Овечкин! Расскажите, вы как Прокоп сюда затащили? Он вас спасать пришел? Да, конечно. Наше все. Как затащили-то, рассказываете? Или он сам? С хорошие отношения, он согласился подвигаться. Угу. Спасибо, Мишане. Угу. И появлялся. Ну, она звучит свисток на перерыв. Бросили в середине играть потом. Не добегали уже, блин, ни туда, ни обратно. Показывал там ладошку. Пацаны, у нас есть момент. Мы в атаку не убегаем. Я понимаю, ты показал. А? Я говорю, ты больше нормально сидел из тебя. Я не знаю. Должен еще кто-то поддерживать. Я ногами. Мы можем управлять. Нет, я имею в виду те, них. Куда мне надо? Вы просто слушайте и все его. Он же говорит. У них есть зона, хотя бы обыграть. Работаем. Слышали вы? Старый говорит, куда так катишься? Привет. Люблю вас! Здорово, вышли! Да! Браво, сук! Передача! Блядь, ему подальше! Чуть-чуть. Ёбаный ворот, мы сколько монетов будем, блядь, не забывать? Нет, один, тоже, пожалуйста. После этого момента Шабичек Вот такой у нас неуступчивый матч получился. И прямо сейчас мы будем наблюдать за серией пенальти. После каждой игры, которая заканчивается ничейным результатом, команда пробивает пенальти. Да вот такой вот у нас регламент турнира. И прямо сейчас перейдите в комментарии под этим видео и подумайте, насколько вы классно умеете угадывать результаты матча. Может быть, вы также это делаете, как чувак из Мосплитки. Именно он эту серию открывает. Овечкин угадал. Разбег, удар справа. И короткий разбег, удар. Иная мимо. Че, будочка?
Короткий разбег. Через паузу. Рощенцу. Да! Хорошник! Да, Ник! Как он пробил Ник! Оставил в концовке этого матча. Эдмос на пау. Пойдем, ребята! После серии пенальти 4-1 в пользу команды Эдмос. У нас заключительный матч сегодняшнего игрового дня. Мосплит играет с Росгрузом. И казалось бы, да, что не хватит внутренних резервов Мосплитки. Но посмотрите на эту скамейку запасных. Ну посмотрите. А это какое усиление приехало на Росгруз. Эта Мосплитка, она укатает этих грузчиков. Передача в центр, классная. И пенальти! Без раздумий Мороз показывает на точку. Сашнин падает. Хорош, Саня! Саня лучший! Саня лучший! Спасибо! Вы вообще видите, что происходит? Фархот, конечно, не дал еще нам пока прогноз на этот матч, но заколдовал ворота 100%. Катя левее. Да! Мяч в сетке ворот! Радик Белава в центр, Хамкоев, удар справа и красотища какая, гол! Хорош, парень, здорово! Мы можем подойти к Фарходу и узнать, какой же результат получится сегодня. И, возможно, он предскажет победу своей команды. Там видно, как думаешь, как закончится второй тайм? Ну, сейчас мы покажем что-нибудь. Ну, а счет? Там какой-нибудь? Что-то. Ну, счет мы сначала выигрываем. Классный пас в свободную зону. Заира! 2-1! Так, ну, в таких случаях я записываю реакцию команды на гол, но сами видите. А здесь спину удалось защитнику поставить. И еще один шанс. 2-2! Молодцы, парни! Бьет уже, прогнозирует в комментарии. Да ему это не обязательно, правда. Он если не забьет, то он отдаст партнеру такую, с которой не забить уже невозможно. 2-2! Вот так игра, вот так Мосплитка, которая пашет без замен. Передача, Королев, Росгруз должен просыпаться, пас на дальнюю, 3-2! Климов, удар! Климов! Гол! И удар какой плотный, выручает Ломоносов, а вот здесь рукой у соперника еще один удар. Ломоносов падает, кричит, за это может, кстати, и желтый получить Панджиев. Панджиев не согласен, но Ломоносов проявил сейчас неуважение к сопернику тоже. Слушайте, ну мне кажется, Фархот точно этого не мог предсказать. Такой концовки не ждал, наверное, никто. Да? Это просто что-то с чем-то. Пожалуйста, вы. Да, вы, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, сразу, чтобы вопросов не было. 14-й и 8-й. Для начала молча, спокойно реагируем и уходим.
Вам. Желтое. Уходим, пожалуйста. Все, уходим. Вам первая желтая, вторая желтая, красная, потом вам туда в лицо, прямая. Какой красная, удар? Там... красная карточка. Какой удар, там толчок желтая просто желтая первая и вторая желтая карточка. Ему зачем? И красная за карточка. Что за что? Первая, вторая, то же самое как 17. Так, и тренер, пожалуйста, можно? Тоже желтая. Все, пожалуйста, продолжаем. 7. Параграф 7. Молодец, блядь, всю игру, блядь, обосрал, блядь. Передача, проникающая в лицевую, пас, и мяч перепрыгивает через Александра Иванова и влетает в сетку ворот. Все, у меня нет никаких комментариев, всем пока.